У нас был концерт. Огромный богомол оказался на плече у Гарика Мартиросяна. Вот такой огромный. Причем он не видел его, потому что у Гарика тоже со зрением не очень. И он, когда его увидел, он начал крутиться очень сильно. И он прыгнул ему на спину. И он продолжал, как бы, мы продолжали показывать миниатюры, а я увидел, что он уже на спине. А самое забавное было, когда у нас есть там, мы делаем Евровидение, когда я пою всякие переделки песен, а он играет на фортепиано. И он садится за рояль, а богомол сидит прямо на микрофоне. И Мартиросян вот так вот подходит, начинает что-то говорить, и просто в лицо богомолу он говорит. Я говорю: Гарик, Гарик, богомол.